Брест и Брещина в контексте становления и развития Беларуси. Повестка регионального семинара «Практикума», который собрал на историческом факультете Государственного университета имени Пушкина талантливых ученых-краеведов области и республики. 2019 год, тысячу годов истории Брест ведают, ну, я уверены, во всем свете. И то, что зараз робится у Брестской области в отношении до святкования, те мероприемства, прописанные у темлику по захованию отражений историко-культурных объектов и археологических объектов Брестщины, это вельми важно. Последние несколько лет сохранению культурного наследия областного центра уделяется особое внимание. В рамках подготовки города к тысячелетию проведен капитальный ремонт домов, имеющих особый исторический статус. Активно ведется реконструкция музея Берестия, где сохранилась редчайшая для ученых Европы открытая экспозиция «Элемент городища 13 века». Многое делается и в стенах Пушкинского университета. Здесь уже оборудована целая тематическая аудитория, материалом для которой послужили находки студентов, привезенные в разные годы с учебных практик. В планах оформить еще одну тематическую аудиторию. У нас размещена этнографическая экспозиция, которую студенты собирали в ходе учебных практик на протяжении уже десятилетий, начиная с 1994 года. Ее можно увидеть, она сегодня представлена в университете, но у нас также есть и огромный материал по итогам археологических практик, который сейчас, к сожалению, недоступен. В настоящее время мы формируем музейную экспозицию и, откровенно говоря, нуждаемся в такой меценатской поддержке для того, чтобы этот материал был доступен как и студентам, так и общественности. Тема сохранения историко-культурного наследия будет иметь продолжение. Об отдельных проектах и их реализации в регионе будет известно уже совсем скоро.